Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как сделать крутую самоделку для дачников и огородников. Моя садовая телега постоянно мне мешает, у нее нет своего места, и с этим нужно срочно что-то делать. Пришла идея сделать из крепежа пластиковых труб и одного уголка удобное компактное место для телеги. С пластикового крепежа этикетки нужно снять. Металлический уголок нужно согнуть, как показано на видео. Теперь понадобится свободная стена. В нижней части стены металлический уголок необходимо прикрутить саморезами. Также прикрутить в середине стены пластиковый крепеж по длине ручек телеги. Я заранее замерил. У вас должно вот так получиться. Пришло время телегу прикрепить к стене. Кузов телеги нужно поставить на уголок. Ручки телеги закрепить на пластиковый крепеж. Теперь у моей телеги появилось свое место. И не буду ходить спотыкаться об нее. Сейчас поближе покажу, как эта самоделка работает. Сложного здесь ничего нет. А самое главное, ее за 3 минуты сделать можно. И затрат практически никаких. Кому видео понравилось, оцените лайком, не забудьте подписаться.